В Бирске появится детский духовой оркестр. Грант на 1 миллион рублей выиграла детская музыкальная школа. На полученные деньги планируют приобрести инструменты для образования духового оркестра на духовом отделении музыкальной школы. У них была очень хорошо оформлена заявка, то есть в рейтинге заявок они стоят первые, поэтому они без проблем как бы получили. И вот уже есть приказ, сегодня мне его предоставят. Более подробно об этом событии расскажем в ближайших выпусках новостей.